Под марш «Щелкунчика» заслуженный любительский коллектив Беларуси оттачивает технику балетного мастерства. Альянс отсчитывает свою историю с 1997-го. Уже четверть века творческим процессом руководит Алексей Лукашевич. Пока здесь, может быть, и тяжело, когда ты живешь коллективом, тогда это все намного проще. Как и человеческая жизнь, есть свои трудности, есть свои сложности. Вот сейчас готовимся к фестивалю государственному «Сожский карагод». Там съезжаются все лучшие танцовщики Республики Беларусь, естественно, самодеятельных коллективов, ну, а там участвуют и колледжи, и училища хореографические. В основе танцевального репертуара лежит фольклор. Полька, кадриль, калинка, хоровод и пляска. В ансамбле круглый год не прекращается поиск оригинальных идей для постановки уже всем знакомых номеров. Один из парных танцев «Лявуниха». Достаточно запомнить пару движений. На вступлении делается скользящий шаг вперед, затем два небольших на низких полупальцах. Правда, темп должен быть в два раза быстрее. 25-летие «Альянс» отметил на сцене Дворца искусств. На суд зрителей представили 17 номеров под символичным названием «Второе дыхание». За последние два года танцевальная программа коллектива стала по-настоящему разножанровой. Ушли полностью в эстрадное и современное направление. Решили попробовать что-то новое. На наш взгляд, программа получилась очень яркой. Она вся разная. С начала учебного года в гимназии колледжа искусств открывается новая специальность. Здесь ищут будущих актеров и руководителей коллективов. Отбор пройдет в виде экзамена. Необходимо заранее выучить на выбор прозу на русском и белорусском языках, басню и песню, плюс подготовить танец и театральный этюд. Можно всегда прийти и продемонстрировать свои таланты, чтобы заранее можно было сказать, стоит ли человеку к нам приходить, профпригоден ли он, или, ну так сказать, нужна еще небольшая подготовка. Подать документы можно будет с середины июля и до начала августа. Количество заявок не ограничено, однако примут только 5 человек. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.